Он знал, как трудно быть с отцом в разлуке, но все же с готовностью сошел с небес. За всех Христос принял такие муки, для всех без исключения воскрес. Неважно, кто ты, где сейчас живете, от вас любви он неподдельно ждет. Вы обязательно его найдете, так как кто ищет, тот всегда найдет. Когда Мария в гроб пустой глядела, спеша и плача, не спеша уйти, и жаждала хотя бы его тело, но непременно все-таки найти. И первой ей Христос тогда явился. Какой же это миг чудесный был! Для ищущих Иисус не изменился и ныне любит, как тогда любил. Лишь от сознания, что нас ожидает, хочу я радостно хвалу воспеть. Ведь Он нас любит и не покидает. Как можно унывать нам и скорбеть? Ничто не может уничтожить веру, что Он живой, что есть и что грядет. Да, Он воскрес и радость дал без меры, ее никто в нас не заберет. Нам нужно верить, горячо молиться, и пусть хвалу поют Ему уста, чтоб радостью светили наши лица и отражали Господа Христа. А у нас, друзья, порой такие лица, как будто бы Христос и не воскрес, как будто бы Он остался в той гробнице, и не достигнуть нам теперь Его небес. Сестра моя, что смотришь ты уныло? Где радость твоя, брат? Скажи мне, где? Христос воскрес! Он не лежит в могиле, спасение подарил тебе и мне. Да, Он воскрес! Ликуйте, все народы! Расторгнут ад, и смерть побеждена. Господь воскрес! Вещают небо своды. Он жив, и этим радость нам дана. Ликуйте! В радости сердца спасенных псалом воспойте, возвещая весь. Христос лучами славы озаренной смерть победил и с нами пребывает здесь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!